В Большом зале Дворца культуры имени Юрия Гагарина собрались воспитанники музыкальных школ и школ искусств округа. Здесь проходит ежегодный фестиваль «Весенняя лира». Уже 40 лет он является итоговым отчетным мероприятием для музыкантов, вокалистов и учащихся по направлению хореография. Многие педагоги, которые готовят своих воспитанников к выступлению на фестивале, сами когда-то были его участниками. В детской музыкальной школе номер один, на хоровом отделении, мы тоже участвовали в таком фестивале «Весенняя лира» во дворце Гагарина. И я тоже хорошо помню вот эти, когда все хоры собирались на сцене в конце уже всего мероприятия. Это мощь, это большое такое сплочение всех детей хоровым делом. Это очень здорово, и это запоминается. В концерте приняли участие лучшие из лучших победителей районных, зональных, областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Татьяна Мельникова, Анна Овчинникова, ТВР-24.